Та-дам, ребятки! Та-дам! Покупки в АТБ! Ждали, ждали, как я ждала. Я соскучилась прям, ку-ку. Я соскучилась по АТБ. Так, ребята, скупилась на 500 гривен. Пакет 2,80. Смотрите, печенье вот такое взяла. Охота сладкого. Мы такое еще не покупали. Американо. Американо. Кейкс виз кока. Какао. Да, я какао. Как кокао. Что? Кокоа. Кокоа. Короче, наркотик, с кусочками. С кокой, короче. С шоколадом такие вот печенюшечки. Цена по акции сегодня 16 гривен 70 копеек. Хлеб вот такой вот батон. Мягенький, это уже нарезанный. 10 гривен 30 копеек. О, лаваш. Вот такой вот. Лаваш дуос. Короче, армянский, не знаю, как понаписывают, как написывают. Армянский лаваш. Все просто и ясно. 13 гривен 10 копеек. Ребята, стаканчики. Стаканчики. У нас, которые мы брали стаканчики на море, они уже такие по этот самый. Ну, уже бледненькие, то да, все. Да. Но это не такое. Пострепались. Да, того качества уже не найдешь. Там классный пластик. Сейчас я вам возьму один, покажу. Там классный пластик. Они обалденные. Вот эти стаканы. В них даже кипятильником кипятить можно. Ну, вот. У них толстый пластик. Видите, какие они внутри? Ну, их надо порошочком потереть. От чая. Папка крепкий чай пьет. Вот. А это больше стаканчики для, ну, сок попить, компотик попить. Они, ну, не такие толстые. Немножко гнутся. Но зато удобные. Смотрите. 4 цвета было, я 4 штуки взяла. Желтенький, зелененький, розовенький и какой-то оранжевый, да? Вот, сейчас скажу. Цена за один стакан, ребята, 7 гривен 90 копеек. Вот такие стаканчики. Что, на море пригодится? Да, конечно, мать. Я не так компактно один на один входят, и они легенькие. Легенькие стаканчики. Конечно, так. Конечно. Дальше. Пластилин. Нет, пластины. Пластины от комаров. Потому что на дачу поедем, там что? Комары. Вот такие вот. Завезут, да. За десяток штучек 14 гривен 10 копеек. Батончик. Сейчас. Вот такой вот сникерс с орешками. Угу. А что Марс написано? Батончик. Марс сникерс. С орешками зелененький. 9 гривен 70 копеек. Ребята, я купила тазик. Салатник. Угу. Вот такой вот. Помните, у меня такой есть розовый. Угу. А это на 2 размера больше. Вдвойне. Классный, большой. Классный, я думаю, классный. Не хватает большого салатника. Вот. Особенно на лето, там овощи перемешивать, еще что-то, или мясо. Классный салатник. Цена 36 гривен. Ну и розовенький, весело просто. Так, напиток с экстрактом кофе. Это у нас МакКофе. Вот такой вот один. Подорожал он. Все подорожало. Пока мы были на морях, приехали, цены выросли. Ну так всегда. Я так не играю вообще. Я тоже. 3 гривны. Папки хлеб, его любимый кирпичик из АТБ. Да. Он мягенький. 8 гривен 40 копеек. Два майонеза захватила. Потому что майонез у нас тоже ничего нет. Дома шаром покати. 21,70 за упаковку. Масло растительное. Разумный выбор. 22,30. Наконец-то я дождалась на акцию на мой сыр. Мой, говорю, сыр. Сыр, который я брала, покупала. Он очень-очень вкусный. Хотя, смотрите, я вообще не любитель сыра. Я в нем не понимаю. Ну, то есть, до совсем недавнего времени я сыр вот так вот в таком виде, в чистом. Где-то там бутерброды или там картошку по-французски, мясо по-французски, где он такой расплавленный, вкусный, я ем. А так с сыром, ну, в таком вот чистом, мне не нравилось, не ела. Попробовала вот этот сыр, это не реклама, ребята, просто говорю, что я не ела, а мне понравилось. Вот именно этот сыр, он без акций дороговатый, почти 50 гривен вот это вот стоит кусочек. А сегодня акция 35. Ну, так можно взять. Цены именно нет, вот да. Хаварти от Кома. Классный, офигенный, обалденный сыр. 35 гривен. Шоколад черный с начинкой. Это я Лене взяла. Она обожает вот такие вот. Она вообще у нас обожает мяту. Она мятная девушка. И та девушка. И все, что связано с мятой, ей нравится. Поэтому шоколад, когда создали с мятой, вот такой вот, ей очень-очень он прикольный. 9 гривен 20 копеек. Так, мыло. Взяла этот самый я 3. Раз, два, три. Мыло, оно сегодня по акции по 6,50. Дальше, Леночки, йогурт. Боже, мне жарко, ну жарко. Жара, йогурт, да. Галичина с вишней. 17,20, тоже он сегодня по акции. Водичка, газировка, просто сильно газированная. 8 гривен 90 копеек.
Потом, ребятки, килограмм сахара захватила. 14 гривен 10 копеек. Баночку горчицы. Очень вкусная горчица, обалденная. И да, всех, всем горчицам горчицы и всех горчиц, что мы пробовали. Вот это вот именно, она самая, самая вкусная. Я не люблю горчицу, я ее ем. Сейчас вам покажу внутри. Вот такая вот. И она пахнет, прямо мне захотелось кушать. Да с пельменями какие-нибудь, да, что-нибудь такое. Да, классно, классно. А у меня слюни потекли. Прям вообще. Вот она обалденная. Обалденно пахнет. Так, я сказала цену, да, горчица? 7 гривен 10 копеек. Тоже подорожала. Помнишь, она 5 была, 4 гривны была. Вот так вот. Так, кетчуп к шашлыку Леночкин любимый, Торчин, 11.30. Затем капуста ранняя, головочку взяла. Здесь вышло килограмм на 6.40, на 6 гривен 40 копеек. 2 килограмма лука, ну лук такой крупнячий у них. У нас дома лука вообще нет, с Марией поприезжали, все пусто. Килограмм 6.40, лук подешевел. Вот и скажи, да, пожалуйста, а нафига нам на огороде выворачивать? 6 гривен лук? Не знаю, мать. Клево, смотри. Потому что все так делают. Был дороже, мы когда выезжали, был дороже. В 2 раза как минимум. 6 гривен лук на 14.60 вышло. Так, конфетки Шарм. Очень вкусные. Ну, тут разные. Голубые, это с кокосом. Желтенькие, это типа ванильные какие-то. А зелененькие с ореховым вкусом. Там, хотя нарисован орешек, видишь, вот нарисован. Но внутри никакого орешка нет. Обманка. Я тоже так думаю. Я кусаю, там ищу орешек, а его нет. Просто вкус ореховый. Так, килограмм 174 гривны на 23 гривны вышел пакетичек. Десяток яиц. Десяток, 16.50. Себе я взяла конфет. Я же думала, я приеду с моря, сяду на диету. Кстати, мой вес. Какая я уезжала, такая и приехала. Вот так вот. Ну, охота что-то сладенькое. Не вырос вес матери. Не вырос, да. Потому что двигаться. А я похудел еще, да? А папка похудел. Бедный. Так, я взяла вот такой вот грильяж, ребята. Я в прошлый раз покупала. Я взорву пакетик, мне понравился. Грильяж именно из семечек. Я с детства обожаю такую штучку. Вот это просто грильяж, а вот это вот в шоколаде сверху. Представляешь, двойное удовольствие. Это просто, а это еще и в шоколаде. Так, прикольно. Чуть-чуть купила, погрызть. Цена за килограмм 89 гривен, на 12 гривен у меня вышла. Приправка овощная. Вот такая вот. Я ее в последнее время постоянно беру от Ролтон. 12 овощей и трав. 5.20. Две головочки чесночка. Вот они. Китайский. Да, китайский, не знаю. Килограмм 65 гривен на 6 гривен вышло. Наша любимая вермишелька. Мы так за ней соскучились, ребята. Да, да. Вот это вот. Это хорошая. 18 гривен 70 копеек. Леночке ее любимый мятный чай. 10 гривен 30 копеек. Взяла я еще антисептик для рук. У нас мы вообще делаем сами, разводим. Я спирт же еще должна купить. Разводим сами. Есть у нас на канале видеоролик, как приготовить в домашних условиях антисептик для рук. Вот. А свист купила, на Глукоморовского его. А почему я купила? Потому что мне нужен сам флакончик. У нас такой один уже есть, но нам надо, чтобы было два. Один у тебя, один у меня. Правильно? Да, да. Вот. И он подешевел. Почем я его тогда покупала? 50 с чем-то. Около, да. 50. А сейчас он 31 гривна 90 копеек. Подешевел. Да. Очень удобная бутылочка. Пшик-пшик, поняли? Она пшикает. Вот. Компактно, в любую сумочку, дамскую, женскую, все поместится. Поэтому взяли. Так, антисептик. Леночки сухарики, смотрите, вот такие какие-то интересные, сухарики с мясными вкусами, то есть тут разные виды сухарей, из разных типа пачек, собраны в одной, новинка какая-то, да? А, и внутри что-то этот самый, или что, или это не в этой, когда-то недавно, короче, покупаем сухарики, Лена открывает упаковку, а там внутри конфетка. Типа акция какая-то, да. Бонус, да? Так, эти сухарики стоят 88 гривен 60 копеек по акции они. Так, и последнее это свеколка. Свеколка на борщичок. Где? Вот, я взяла две штучки. Молоденькая, обычная свекла. Килограмм 6,80 на 3,50. И, ребята, заходила еще в мясной магазин. Я взяла там, смотрите, вот такие вот окорочка. Сейчас я цену гляну.
Килограмм 74 на 28 гривен. Вот такие вот. Они маленькие, небольшие, два копченых окорочочка. Вот, видите? Да. Какие-то они маленькие, выглядит, интересные. Да? Да. На 28 гривен. Угу. Так? Вот. Хорошо, что я купила, потому что мне сейчас надо еще... Ну, я должна была идти в колбасный магазин за колбасой, а у нас ливень, дождь. Поэтому будем кушать окорочка, да? Да, мам. Вот. Я схожу потом. Да. И еще взяла вот такой вот кусочек на 12,60. Угу. Ребята, вот такой вот кусочек, просто копченое сало. Вот. Недорого, да? Смотри, угу. Килограмм 70, короче, 80 гривен на 12,60 кусочек. Нюхай. Ой. Да, да, классно пахнет. Пахнет прям копчененьким, очень вкусно. Все, вот так мы и пообедаем. И еще взяла кусочек мяса. Ну, какой-то оно у них, она начала отрезать. Я вижу, какой-то жилистый. Я говорю, давайте маленький кусочек на подливочку какую-то пойдет. Это мякоть свиная, килограмм 119,99 на 51,60. Ну, она такая какая-то худенькая, такая несчастная с этим. Ну, вот видите, худенькая просто. С такими большими кусочками его не пожаришь. Ну, какую-то подливочку да, с макарошками пойдет. Так, фарш куриный, килограмм 100 гривен на 46 вышло, ну полкило. Угу. И фарш свиной, килограмм 105 гривен на 71 вышло. Угу. Ну я говорю 105, потому что 104,99. Все, ребята, и потратила я где-то примерно, в общем, где-то 800 гривен. Вот такая покупочка. Не сейчас сила. Мы с папкой все это быстренько убираем, и охота есть, наверное, да? У меня, когда, знаешь, когда у меня усталость, я уставшая, мне охота есть. А потом спать. А, да. А потом сопутствует сон. Ладно, сейчас решим. Ребятки, все. Да. Всем спасибо за просмотр нашего обзора продуктов, да? Распаковочку из сумочек, из пакетиков, из АТБ. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Пока-пока.